Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромный гонорар? Пусть бесится ветер жестокий, в тумане житейских морей. Дорогие друзья, в роли великого комбинатора Остапа Бендера выступил юный артист центра имена продакшн Слава Гуськов. Аплодисменты.